Бойкотировать церемонию вручения «Оскара», если Владимиру Зеленскому не дадут во время мероприятия слова. К такому призвал голливудский актер и режиссер Шон Пен в интервью CNN. По словам актера, если коллегия киноакадемии не разрешит виртуальное выступление украинского президента, то помимо призыва к бойкоту церемонии, Шон Пен пообещал уничтожить собственную награду киноакадемии. Сейчас актер помогает украинским беженцам в Польше. Если Академия решит этого не делать, если члены комиссии проголосуют не поддерживать лидерство Украины, которое сейчас противостоит под пулями, под падающими бомбами, где страдают дети, которых украинцы пытаются защитить, то я хочу сказать, что каждый из этих людей, каждый голос за такое решение может стать самым неприличным моментом в истории Голливуда. Я надеюсь, этого не произойдет.